Сейчас с сугробами борется весна, ну а зимой помимо коммунальщиков с ними боролись жители столицы Чувашии. По инициативе администрации города в Чебоксарах проходила акция «Стоп сугроб». Как выяснилось, эту практику отметили на федеральном уровне. Акцию «Стоп сугроб» объявили в январе этого года. Жители Чебоксар могли заявить о том, что ту или иную территорию коммунальные службы убирают ненадлежащим образом. Для этого нужно было сфотографировать неубранные сугробы, указать адрес, дату съемки и отправить на специальный электронный ящик. Далее следовала проверка адреса, принимались меры. В ходе акции в город-администрацию поступили сотни писем, а инициативу чебоксарских властей оценили представители проекта реформы ЖКХ в России в качестве одной из успешных практик сотрудничества граждан и органов власти. Теперь акция «Стоп сугроб» будет рекомендован для проведения во всех городах России.